Всем привет! Вы на канале Nerf Bros Show. И сегодня мы распаковываем вот этот вот, назовем его нежданный подарок, который ни я, ни дети не ожидали, который нам дядя Вова сделал. Вообще, как дети уже многие написали, он уникальный. Честно, я его сам не видел нигде, ни в магазине, ни в интернете. Где бы то ни было еще. Nerf Desolator. Ну что, погнали, посмотрим. Прикручен он тут хорошо. Сейчас будем его откручивать. А где не будет откручиваться, как вот здесь, будем отрезать. Ну что, видишь, ты опаздываешь, я уже его распаковал. Смотри, прикольно, его в одной руке удобно держать. Насколько я понял, перезарядки нету, значит... А, вот у нас. Значит, он у нас с батарейками. Арсений, а где наша отвертка? Принеси, пожалуйста, отвертку. Так, рожок немного изогнутый, не такой, как обычно. На 10 патронов. Патроны элитовские, маленькие. А это идет, получается, серия Doomlands Impact Zone. Ну что, вот можете его оценить. Так, как он выглядит. Смотрите, у нас здесь сверху места для двух прицелов, да? Получается, можно один, можно второй. Можно сюда поставить, можно сюда. Слушай, Арсений, а подай, пожалуйста, какой-нибудь маленький прицел и большой посмотреть. Угу. Как оно реально будет выглядеть с маленьким прицелом и с большим. Так, что у нас? Сначала вот давайте большой посмотрим. О, смотри, даже цветовая гамма подходит. Я бы сказал, вот этот даже лучше. Если мы большой. Пиу-пиу. Ну, а попробуем сразу. Оба пусть будут. Ребята, а вам какой больше нравится? С каким прицелом? С таким? С коротким, либо с длинным? Пишите в комментариях. Но мне кажется, что с этим лучше, потому что тут зеленый и оранжевый. Ну да, здесь зеленая вставочка есть, а этот как будто он отсюда, реально был отсюда, да? Такой бело-серо-оранжевый. Ну что, посмотрим, сколько нам надо батареек? Да, 4. Думаешь, 4? Да, там на коробке было написано. Вот. А, так ты подсмотрел. Вот. 4 пальчиковых батарейки, да? Угу. Так, и 2 у нас вот так вставляем. О, признаки жизни. Правда, конечно, вот эта вот штучка, она так, я хочу сказать, заедает. Плохо вставляется, надо какое-то усилие приложить. Ну ладно, это мелочи. Ну что, наш Nerf готов? Да. Ну-ка, подайте мне, пожалуйста, коробку. С патронами. С патронами. Я так, отвертка тоже не нужна. Сейчас, держи, Арсений. Я уже достала обойму. Ты держи пока. Смотрите, ребята, хочу обратить внимание, кстати, здесь очень необычные патроны. Это первый раз я в Нерфе вижу такие вот белые, но белые были еще в Star Wars, но только... именно с черными наконечниками. С черными наконечниками у нас были только в Джадже, но они были желтые. Да, но вот такие есть, только с оранжевыми наконечниками. Вот, видите, вот оригинальные джаджевские были черные. А вот это эти, и на них на пульках было написано Nerf. Тут стоит W, вот, буква, Nerf. Да? Nerf. А здесь буква J стоит. Ребята, а вы знаете, что это за маркировка? Даем патроны, они, как обычно, приклеены скотчем внутренней стороны. И чтобы достать их, надо все порвать. Нормально так порвать, тогда только сможем достать. Конечно, можно с помощью ножниц прибегнуть. Может, они тоже светятся, ребята, как думаете? Я думаю, нет, там же не написано. Ну что, все достали? Больше никаких? Слушай, тут такие прикольные всякие картинки с обратной стороны, с ледяными чудовищами нарисованы. Это, наверное, этот Nerf против ледяных. О. Ну что, Арсений, давай я заряжаю. Раз, два, три,
4, 5, 7. Сразу видно новая обойма, как хорошо пружина работает. А как только где-нибудь на улице погуляешь, патроны в песке побывают, ставишь туда, и все, уже пружина не хочет работать. Посмотрим, как тут будет. Давай-ка. Но. Так вот вставляем. Так. А он стреляет по одному или сразу дробью? А вот не знаю. Ну что, протестируем? Давай. Мне кажется, по одному. По одному. Все? Угу. Ну, и если, если часто стреляешь, да, то они слабее летят. Это как вот в этом. Как у нас там это такой страйк? Или что это? У него как в нерв страйке получается, надо делать такую паузу, задержку. Ну что, Софийка, давай, вставляем заново. Папа, можно еще 25-пульную? Нет, нет, Сенька. Можно, да, но у нас как бы есть пока своя новая. С белыми патронами. Туда же 25 белых. У нас нету столько нет, белых. Нет, зато можно синие вставить. Ну что, хотите попробовать? Да, да. Как стреляет ваш необычный нёрф, подарок. Все. Хотя я бы на месте дяди Вовы не дарил бы. Они вчера там меня из Мастодона в машине заперли. Ты из Мастодона. Ну что, пробуйте, а я пока мусор вынесу. Давай. Ну что, Софийка, это у нас мусор, да? Да. Ну, видишь, когда быстро слабее, да. А когда паузу делаешь, то тогда дальше летит. Дальше, да. Собирай, дай Сашке попробовать. Софийка. Слушай, а я тут в интернете посмотрел. Знаешь вообще, как нерф этот называется, если по-русски? Нет. Дезолейтер – это опустошитель. И, кстати, ребята, получается, что эта модель... Вообще нерф, да, сам по себе он уникальный. В каком плане, что, допустим, вот сколько мы уже год покупаем нерфы, ищем нерфы, я его вообще как бы первый раз увидел, то есть он мне на глаза не попадался. Я не знаю, где его дядя Вова нашел, купил, может, он ему случайно попался, он купил, и он там один, наверное, был. Вот, и вообще эта модель 16-го года, а вообще пистолет классный, а им, я считаю, что не надо было его дарить. Кто тоже так считает, ставьте лайк с их поведением. На, изучай, тренируйся. Да, и прицелы для дезолейтера есть какие-то свои, сверху интересные такие. Я их тоже поищу. Если найду, мы сразу обязательно про это снимем видео. Ну а пока всем пока. Смотрите. Пока. Пока. Смотрите канал Нерф Брос Шоу. Ну и наш основной канал Брос Шоу. А вот эта девушка тоже уже снова ведет свой канал Сафуня Шалунья, да? А рука чего и там тоже будет много интересных видео. Подписывайтесь. Пока, все, пока. Пока. Всем пока. Вот это громадина, Сафунька. Набор пулек, доча, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, на 2, 20 патронов. Запасная, одна обойма здесь, одна сразу в Раптор Страйке. Так, не тренога, а просто подставка, да? Ну что, достаем нерф. Где-то я нерф окаят. Нерф, достаем, он запакован. Ау. А ты что, Софийка, новый нерф распаковываешь? Смотри, я его уже достал, вот он, какая громадина. Так, вот наше устройство для перезарядки, оказывается. Да. Спрятано было вот тут, слушай, я его еле нашел, я не мог понять. Ну да. А обойма... Доча, а обойма не достается без перезарядки? Нет. Нет? Где? Вот, надо вот так вставить. А, понятно. Обойму? А, понятно. Вот она вставляется. А.